Авария с тремя машинами. Столкнулись автобус, бензовоз и легковой автомобиль. Пострадали 4 человека. Разлился и загорелся бензин. Это легенда для показательных учений всех служб МЧС. Больше всего не повезло манекенам. Их зажало в машине. У них сильные повреждения. Достать пострадавших можно, только разрезав автомобиль. Авария сложная, задействованы все. Пожарные, скорая помощь, медицина катастроф, спасатели. Такие учения проходят раз в 3 месяца. Среагировали быстро, отработали действия слаженно и правильно. Данные учения нужны для того, чтобы личный состав знал, как действовать в той или иной ситуации. Опять же, слаженность действий между реагирующими подразделениями. В Самаре каждый месяц в среднем происходит 100 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В городе аварии с тремя автомобилями случаются нечасто, но готовыми нужно быть ко всему. На тренировках главное научиться действовать быстро, ведь на месте реального ДТП время – самый ценный ресурс. В основном все это на месте, потому что по вызову нам не всегда передают полную информацию. Информация получается по прибытию. А осложняется только тем, что у нас слишком много пробок на дорогах. А уступают дорогу? Когда как. Часто работу спасателям невольно осложняют очевидцы. Стараются вытащить из покореженных машин пострадавших людей. Делать этого не стоит, напоминают спасатели. Можно еще больше навредить. Лучше дождаться профессионалов, для которых ЧП – это ежедневная работа. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События.